подписчики моего канала и просто любители карт Таро, мы будем рассматривать следующий год все направления в жизни, которые существуют, да, и посмотрим, какой будет девиз года, к чему будете двигаться, в чем будет провальная ситуация, в чем будет вести, да, чтобы понимать вообще, как подготовиться к следующему году, тратить, допустим, большое количество денег на Новый год или что-то сэкономить, вот, ехать куда-нибудь или лучше остаться дома. То есть сейчас мы будем это все рассматривать. Итак, сигнификатор ваш. Смотрим. Сигнификатор. Так, вы можете увлекаться магией. Вы можете увлекаться картами Таро, эзотерикой. Вы настроены на брак и семью. Вы верите в судьбу. У вас огромное количество неуемной огненной энергии. Вы очень сексуальны и привлекательны. Вы такая красотка, которая любит себя, вкладывает в себя. Да, любите наряды, дорогие духи и так далее. Да. Вы очень везучий по жизни человек, холодный, с холодным сердцем, умом, разумом, которая любит плотские удовольствия. Так, в следующем году ваша сексуальная энергия, плодотворность, да, как бы что здесь будет, как оно будет. Так, смотрите, вы будете сомневаться в своем партнере, в своем выборе, вы будете как-то достаточно сдержанно себя вести с партнером, не будете давать ему эмоции, чувства, энергии, будете все от него прятать, финансово вы будете стараться от него уходить, зато вы пойдете в какие-то новые проекты, можете заняться какой-то удачной торговлей, у вас будет везение во всем. То есть, если какие-то хотите сделать начинания, открыть бизнес, вот это все открыто было именно благодаря вашей вот этой неуемной энергии. Социальное положение, карьера, как у вас будет? Вы будете ресурсны, привлекательны, приумножать деньги. Вы будете спокойны, уравновешены. Смотрите, вы будете достаточно сдержаны в любви. То есть всю свою энергию любовную вы будете отдавать в работу, бизнес, во что-то новое. Причем вам будет это безумно все нравиться. Вы будете, как бы, знаете, тут и какие-то интриги строить, и будете в своей такой тарелки, и у вас будет очень такая удача большая, да, как бы будет все расцветать благодаря, может быть, вашему эгоизму и любви к себе. И вы будете, знаете, как бы уходить от расстроенных каких-то чувств, от плохих энергий, да, то есть вам это не надо. То есть вы как-то от любви подальше и больше в карьеру будете уходить. Любовь, отношения с близкими и помощь людям. Так, любовь, отношения с близкими. У вас тут очень холодные отношения, повисшая ситуация, не общаетесь. Вы такая императрица, умница, красавица. Сама развиваетесь, сама двигаетесь, хотя у вас есть хорошие корни рода, но вы как-то от всех отстранились. Может быть, далеко живете, может быть, что-то вам не нравится. Очень много любви, эмоций. И вы идете к какой-то победе благодаря своему характеру. То есть любовь здесь может быть... Вы можете любить, в принципе, кого-то из близких, но отстраняетесь, не показываете, не смотрите в ту сторону, не подходите никаким близким родственникам, да, то есть держитесь на стороне. И я бы сказала, в перспективе вы выиграете эту ситуацию. Творчество, работа, самовыражение. Конкуренции большое количество, но у вас очень много огненной энергии, да, и вы можете, кстати, обучать кого-либо построению каких-то отношений, можете, кстати, заняться психологией или какие-то курсы вести, и вы здесь будете еще сама выбирать в плане того, за кого вам выйти замуж, у вас будет возможность выбрать из двух партнеров, и вы будете это делать с холодным сердцем. И все это будет после какой-то поездки, да, то есть будет какое-то интересное знакомство, которое даст вам творческий какой-то подъем.
Сознание, обучение, развитие. Очень много будете тратить энергии, будет что-то сложно вам выучить то, что вы хотите, но вы достаточно терпеливы. Терпеливы, и вы помните, как вы, например, чему-то обучались раньше, да, то есть вы будете уходить во что-то и добиваться успеха. То есть если вы поставили цель, то вы к этому придете. Главное достижение – следование предназначению. Главное достижение – это то, что вас безумно любят все мужчины, вы их притягиваете. И именно тем, что вы бортуете, то есть вы сначала как бы справедливо ко всем относитесь, то есть вы сначала относитесь так, как хотите, чтобы относились к вам, а потом относитесь так, как они этого заслуживают. Так, уроки года – потери, разочарование, осознание. Так, уроки года. Вы разочаруетесь в собственных иллюзиях. Знаете как? Ну, будет такое ощущение, что о вас, может быть, кто-то попытается вытереть ноги. И у вас иллюзии как бы пропадут, розовые очки пройдут. И вы, знаете, как бы отойдете в сторону. Это будет касаться какого-то ресурсного партнера, на которого вы строили планы, да, несмотря на чувства к вам, вы в нем будете разочарованы. Препятствия, помехи и враги. Так, мужчины вашей какой-то семьи, которые хотели с вами, может быть, какой-то строить такой семейный союз дружеский, да, то есть вот близкие члены семьи, именно мужского пола, помладше вас, окажутся вашими врагами, которых вы когда-то считали друзьями. Помощь со стороны и преодоление препятствий. Ну, какой-то мужчина вас защитит, как любимую женщину, которая вас безумно любит. То есть придет вам на помощь. Планы, амбиции и надежды. Пройдете трансформацию личности сильнейшую, станете профессионалом своего дела, добьетесь больших успехов, то есть победа. Все ваши победы, они оправдаются. Прибыль, финансы, каковы они у вас будут. Здесь будут какие-то новые возможности с разных сторон. Несмотря на сложности и трудности, вы будете идти к своей цели. Добьетесь очень многого через разрушение, через какого-то императора. То есть, может быть, очень ресурсный мужчина, который вас безумно любит. Девиз года, каков он у вас будет? Вам нужно быть спокойной, не волноваться, не переживать, не нервничать. И по девизу года, ну, я бы так сказала... Знаете, здесь как договор с дьяволом, как все, к чему вы прикасаетесь, будет приносить огромное количество денег, просто финансовый, да. Но вы будете постоянно в работе, то есть у вас не будет практически свободного времени, к чему это приведет. Ну, немножечко будет переутомление какое-то, да, но все, что вы у высших сил просите, вот все получите, особенно в финансовом плане. Если вы хотите купить, например, дом, квартиру, у вас будет такая грандиозная возможность купить себе дом или квартиру. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.